Вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки обсудили Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипеля в Санкт-Петербурге, где продолжается рабочая поездка российского премьера. Начиная встречу, председатель правительства отметил, что это первые очные переговоры глав кабинетов министров двух стран. В свою очередь, Юха Сипеля признался, что с удовольствием приехал в Россию, отметив, что в Москве и Хельсинки, несмотря на сложности последнего времени, важно поддерживать контакты.